Уважаемые друзья, добрый вечер. Мы начинаем очередной вебинар. Будьте добры, пожалуйста, ответьте, как меня слышно. И видно ли меня? Потому что в Астане интернет немного подкачивает. Благодарю, Светлана. Ну что, начнем. Сегодня 31 марта, целый месяц весны, а мы все дома и дома. На самом деле, все, что происходит в нашей жизни, оно не просто так. Вопрос, как вы это воспринимаете? Конечно же, очень много дел, которые нужно сделать, очень много дел, которые незавершенные в нашей жизни и сейчас. Но если вы копнете со временем глубоко, то все, что происходит в нашей жизни, вы будете понимать о том, что это во благо. И как вы на это будете реагировать? Об этом мы и поговорим, в принципе, сегодня. Территория осознанного развития. Что же дает нам эти знания? Территория осознанного развития – это синтез научных, практических и, самое главное, духовных знаний. Смотрите, какая ситуация сейчас происходит не только в нашей стране, но и во всем мире. Представляете, какой страх практически у каждой семьи находится? Почему же это происходит? Да все очень просто. Потому что человечество, оно настолько ушло в материальной составляющей, что люди перестали понимать элементарные вещи. Да? Всевышний настолько нас загнал в квартиры свои, чтобы мы больше времени уделяли своим семьям, своим детям, своим любимым женам или мужьям. Так вот, друзья мои, на самом деле все это происходит не просто так. И первое, что человек должен осознать, о том, что есть все-таки высший разум. Какими бы мы умными не были, какие бы мы разумными не были, есть что-то большее. Его называют по-разному. В нашей системе оно звучит следующим образом. Это разумное квантовое пространство. Другими словами, это Абсолют, это Аллах, это Иисус Христос, Будда. Но мы все говорим об одном и том же. И все человечество к этому со временем приходит. В священной книге Коран сказано, что последним пророком на земле, в физическом теле, был Мухаммед, пророк, вассалейкум ассалам. Как же быть человечеству дальше? Как же жить ему? Так вот, сейчас наступает такое время, возможно, вы в интернете уже наблюдаете за некоторыми гуру, бизнес-тренерами. Все говорят об одном и том же, о Всевышнем. Так вот, система территории осознанного развития имеет систему конкретную, которая взята из всех источников духовных, священных писаний, начиная с книги Тор, Корана, Библии. И все сводится к тому, что мы должны понимать о том, что пока мы не примем Всевышнего, то в нашей жизни будут появляться те или иные проблемы. Это 9 энергосистем, которые системно поставлены в 7 модулях нашей компании GL Tor System. В территории осознанного развития вы научитесь управлять 7 интеллектами. А какие они? Это у нас эмоциональные, духовные, физический интеллект, умственный интеллект, творческий интеллект, интеллект социальный.
И я хотел бы более подробно поговорить о внутреннем состоянии, как к этому прийти. Система территории осознанного развития нас поэтапно будет приводить к тому, что мы сможем не просто контролировать, мы будем находиться в этом состоянии, при котором мы можем, опять же таки повторюсь, контролировать наши интеллекты. Как же к этому прийти? Если мы в жизни не будем работать с девятью энергосистемами, то, соответственно, будем получать те или иные проблемы в нашей жизни. В первую очередь, когда человек не выполняет свое предназначение, то есть придя на эту землю, то у него начинаются проблемы. Первая проблема в его жизни будет случаться именно в финансовом плане. Это звоночки определенные. Если человек не выполняет в своей жизни задачи, с которыми он пришел на эту жизнь. Я 100% уверен в том, что мы родились. И я 100% уверен в том, что мы рано или поздно покинем это физическое тело. А вот прожить эту жизнь не каждый может счастливо. Так вот, цель нашей жизни не просто развить наше сознание. Цель нашей жизни – ощутить полноту этой жизни, чтобы быть счастливыми. Я вам расскажу такую притчу про котов. Одна кошечка приходит к первой и видит, что первая кошечка бегает вокруг по кругу и пытается дотянуться до своего хвоста. И тогда вторая спрашивает у нее: «Что с тобой? Почему ты бегаешь за своим же хвостом?» Она говорит: «Разве ты не знаешь, — говорит, — на кончике моего хвоста находится счастье». Он говорит: «Почему ты так решила?» «Потому что когда я машу своим хвостом, люди вокруг меня улыбаются, радуются и становятся счастливыми». Так вот, я поняла о том, что чем ближе я буду к своему хвосту, тем счастливее я буду находиться. Вторая, выслушав ее, разворачивается, уходит. Говорит: «Разве ты не хочешь быть счастливой?» Говорит. И вторая кошечка отвечает ей: «Я иду туда, а хвост всегда рядом со мной. Точнее, куда бы я ни пошла, хвост рядом всегда со мной». То есть это два совершенно разных понятийных аппарата, да? То есть вы можете всю жизнь двигаться за тем, что будут вас временно делать счастливыми, либо вы будете находиться в целостности, в состоянии счастья. А этому можно прийти. Вы можете прийти это путем своих каких-то наработок или наступать на одни и те же грабли, либо это получить в виде системы, которая приведет вас без всяких травм, без всяких чувств вины, прийти к этому состоянию. Так вот, территория осознанного развития имеет эту систему, при котором каждый может это достичь, прийти к этому прекрасному чувству. Вспомните, пожалуйста, были такие у вас моменты в жизни, когда вы покупали какую-то вещь, ну, допустим, новый телефон, или там кто-то приобретал у вас машину, или кто-то приобретал квартиру или дом. А теперь вспомните, пожалуйста, как долго вы были счастливы после того, как вы приобретали эту материальную составляющую? Напишите, пожалуйста, кто после того, как приобрел тот или иной ту или иную вещь или там тот же самый телефон, как долго он был счастлив? Да, я согласен с вами, Татьяна, не очень долго. Светлана. Благодарю вас за ответ. Так вот, человечество настолько сильно сейчас заигралось, что если он что-то хочет в своей жизни получить, он должен поставить это в виде цели. Повесить его на холодильник и каждое утро смотреть на него. Я тоже был таким в свое время. У меня были цели, суммы определенные. С 1000 долларов я за 10 лет дошел свыше 30 тысяч долларов. И знаете, чем больше я начинал зарабатывать, тем хуже я себя начинал чувствовать, по большому счету. Потому что к 35 годам я полностью высох. То есть у меня закончилась энергия.
мне уже не радовало, да, или на вещь. Так вот, первое, что вы должны сделать, это вы должны понять о том, что есть Всевышний, и он очень хочет, чтобы мы развивали свое сознание на этой земле, выполняли какие-то определенные задачи. И чтобы мы были не просто духовно богатыми, но еще и материально. Но вопрос, какими путями мы дойдем до того, чтобы быть богатыми еще и материальными. Угу. Так вот, система территории осознанного развития, она ведет нас в этап без всяких травм. Второе очень важное энергетические системы является это родители и род. Это очень важно. Я на себе тоже это прожил. Если вы обидели своих родителей, маму или папу, не знаю, бабушку или дедушку, то ждите, ждите в ближайшее время, либо в отдаленном периоде времени, какие-либо проблемы. Почему? Потому что энергопоток у вас будет закрыт. Корневая отец отвечает за реализацию в социуме и материальном плане успеха. Вы можете это проверить, поругайтесь с отцом, и в ближайшее время вы будете уже это видеть. Плюс к этому вы будете чувствовать себя виноватым. А это низковибрационное чувство, чувство вины, которое будет притягивать вот эти негативные последствия. Если у вас проблемы в отношениях, если ваши дети не слушают вас, или происходят какие-то проблемы с мужем, то это однозначно корневая мать. И вот как только вы налаживаете энергосистему родителей и род, у вас будет очень много происходить благости в жизни. Очень важно благодарить, как только вы просыпаетесь или как только вы засыпаете. Всегда относитесь и желайте блага. У меня бывало несколько случаев в жизни, когда я давал девушкам конфетки. Некоторые из них воспринимали это очень позитивно, а некоторые говорили мне, что ты не мог мне подарить плиточную шоколадку, что ли. Понимаете? То есть Вселенная будет время от времени вас проверять. Если вы принимаете мелкие подарки, маленькие подарочки с благодарностью, то вы будете готовы получать все больше и больше. А если вы проявляете претензию, соответственно, вы не проходите проверку. Очень важно, следующий энергопоток – это семейные, семья. Это очень важно. Реализация мужчины, задача мужчины в нашем мире – это реализация в социуме, достижение успеха, будь то в бизнесе или в работе, в своей деятельности. А задача женщины – помочь мужчине в реализации. А что у нас сейчас происходит? У нас происходит очень много тренингов. Женщины прокачивают свой ум, который мешает. Почему? Потому что между Всевышним и вами, душою, ваша душа, кстати, это ваше имя по паспорту. Чаще обращайтесь к нему. Оно находится в области груди. Между вот этим каналом и Всевышним иногда нам мешает один орган. Ключи от рая у мужчин находятся у ног матери. У матери какой? Умный или мудрый? Как вы думаете? Будьте добры, пожалуйста, ответьте. Благодарю, Светлана. Абсолютно правильно. А чтобы стать мудрой, нужны знания. Знания. Знания особой важности. А на тренинге нам закачивают ум, как мы должны быть перед мужчиной. Все очень просто на самом деле. Женщина, служа мужчине, помогая ему в реализации в социуме, она может получать любые подарки в жизни. Это делается очень просто. Давайте я вам расскажу. Я с детства очень любил находиться в компании женщин, когда приходили мы в гости, еще в раннем детстве. Я всегда замечал о том, что разные женщины говорили по-разному. Там мой муж обещал мне шубу, до сих пор мне не дает, не покупает и так далее. Некоторые просто улыбаются и говорят, ну,
Зачем тебе эта шуба, когда ты можешь обойтись как бы одним пальтом? Я вам скажу очень просто, женщины мои дорогие. На самом деле достигать вот этих вот материальных вещей от мужа очень легко. Задача мужчины, как я говорил ранее, это реализация в социуме и материальном плане. Женщина должна выполнять свое предназначение по отношению к мужу своему. Смотрите, когда мужчина приходит домой с работы, когда женщина встречает своего мужа в приятном одеянии, когда дети находятся дома чистые, дом находится в убранном, ужин на столе приготовлены собственноручно, с любовью, потому что вода – это энергоноситель. То есть то, что мы говорим в сторону воды, оно и воспринимает это. Когда мы готовим с любовью, вибрационно мы готовим еду очень вкусно. Вот почему дети любят, когда их матеря готовят. Да? Многие. Так вот, смотрите, когда муж очень сильно доволен, вам не нужно говорить ему, дорогой мой, когда ты мне шубу купишь или купи мне шубу. После того, как вы уйдете спать, когда вы будете заниматься своими любимыми вещами со своим любимым человеком, просто на ушко шепните: дорогой, мне там холодно. На улице холодно. Все. Мужчине не надо говорить, что нужна шуба, потому что я замерзла. Мужчине нужно сказать, что на улице холодно. Но так, чтобы он это услышал. Слушать может каждый, а услышать не каждый. Как вот, как только мужчина услышит это, утром, пойдя на работу, он будет думать об этом. Моя жена такая красивая, моя жена хорошая мать. Она меня очень сильно уважает и любит. Она очень вкусно готовит еду. Дома чисто и опрятно. Я выгляжу очень хорошо. И действительно, я ей подарил пальто уже лет, несколько лет, пора бы уже шубу. И он начинает думать уже об этом, понимаете? И он уже начинает реализовывать его. И когда вы начинаете пинать, говорить о том, что вот он уже обещал мне что-то, никак не может это сделать, вы начинаете давить его. После чего вы не дождетесь этой шубы, поверьте мне. Так вот, мужчина, когда реализовывается в социуме, он получает либо дополнительные доходы, либо его повышают на работе и так далее. Он помнит все это время, что любимый, он должен это сделать. И рано или поздно он это дает. Когда вы это принимаете, вы принимаете как? С благодарностью. Как только вы приняли вот этот подарок, следующему готовьте постепенно. Мужчине не нужно постоянно напоминать. Поэтому это очень такая вещь, мудрость. Да? Семья – это очень важно. Физическое тело, я останавливаться не буду на нем. Это понятно любому человеку. Если мы занимаемся плохими привычками, как говорится, да, не занимаемся физическими упражнениями и так далее, рано или поздно наше физическое тело перестает развиваться и, соответственно, чахнуть начинает. Вот. Далее. По отношению к планете Земля. Очень важно. Я вот очень много наблюдал раньше. Да и сам так делал, если честно. Семечки плевал. Харкался иногда бывал, и сморкался бывал, и так далее. Все, что вы увидите вокруг, включая вас, это все благодаря Матушке Земле. Я вам хочу посоветовать. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни появлялось очень много денег, то вам нужно почаще быть на земле. Если у вас получается, понятно, что сейчас ситуация не очень хорошая в плане прогулок, почаще ходите именно по земле. Если есть возможность, обнимайте деревья, потому что деревья имеют корни, которые более глубоко уходят вглубь земли. Это жизненная прана. Это тоже очень сильная энергосистема. Как вы будете относиться к земле, так и будете получать результаты обратно. Социум очень просто. Социум тоже. Как вы будете реагировать, да? На вот эти вот негативные моменты. Вот сейчас очень много групп, всяких WhatsApp, Telegram и так далее. Все сейчас негативное поливается. Опять же таки, как вы это будете воспринимать?
Закон сева и жатвы никто не отменял. Это в священных книгах написано. Что посеешь, то и пожнешь. Посеешь желудь, вырастет дуб, а не желудь. То есть, если вы будете чувствовать внутри какие-то обиды, недовольство по отношению к другому человеку или тому же самому социуму, то, соответственно, вы будете это получать. Почему? Потому что, когда человек находится в состоянии расстроенном, это в буквальном смысле обозначает следующее. Бог, он где-то там, я, это физическое тело, и социум от меня не зависит. Вот почему люди находятся в расстроенном состоянии. Когда вы поймете, что вы и есть частичка Бога, что Бог присутствует в каждом человеке, вы будете соединяться, и вы будете целостным, вы будете понимать все это. И тогда в вашей жизни будет все хорошо идти. Если вам будет какой-то негатив поступать, вы будете его правильно воспринимать. Учителя и наставники – это тоже очень важное. Когда я работал в компании Coca-Cola, 9 лет я там проработал, у меня был очень хороший руководитель – Альберт Саитов, Александр Дурманов, ну, их было несколько. Когда я очень сильно уважал, и когда я делал все, что, как они говорили, мы работали в синергии, без всяких претензий. Мы строили какие-то схемы, чтобы увеличить продажи. И в моей жизни у меня заработок всегда рос. Я получал самые максимальные заработные платы с большими бонусами и так далее. Но в системе торговли бывает такое, что руководители меняют иногда. И были некоторые руководители, которые мне действительно не нравились. И опять же таки, в тот момент, я сейчас это осознаю, у меня пошли спады по заработным платам. Меня наказывали, штрафовали и так далее. Почему? Потому что я относился к ним. Относился к ним негативно. Я постоянно за их спинами что-то плохое говорил. Или думал, по крайней мере. Вот видите, то, что у тебя внутри, то ты и видишь снаружи. То есть, если мы будем стоять перед зеркалом, если у нас где-то что-то грязное здесь будет на лице, то сколько бы мы зеркало не терли, это грязное не уйдет до тех пор, пока мы сами не вытрем его. Правильно же? Это то же самое. То, что у тебя внутри, то ты и видишь снаружи. Поэтому все, что происходит в вашей жизни на сегодняшний момент, это и есть проекции того, что у вас внутри. Либо было, либо сейчас вы находитесь в таком же состоянии. Друзья мои, прошлое вы никогда уже не измените. Будущее, вы не знаете, что там будет. Вы же не Ванга. Поэтому какой смысл думать о прошлом и думать о будущем? Поэтому нужно находиться в состоянии здесь и сейчас. Система территории осознанного развития имеет эти знания, имеет эту систему, которую со временем вы придете к этому состоянию. И какое бы у вас ни случалось ЧП, вы будете воспринимать его правильно, нормально. Но не с точки зрения, что вам безразлично это, а вы будете относиться со 100% доверием к единому источнику, разумному квантовому пространству, Аллаху Всевышнему. Как хотите это называйте. Соответственно, еще одна энергосистема – это профессиональная деятельность. Профессиональная деятельность – это у каждого по-своему. То есть вы пришли не просто на эту землю с определенными задачами. Вы должны еще реализовать себя в социуме. Опять же таки, система территории осознанного развития, она не будет являться конкурентом, если вы имеете какой-то бизнес, сетевой бизнес какой-то. Если вы имеете работу по найму, если вы имеете традиционный бизнес и тот же самый сетевой бизнес, то поверьте мне, система территории осознанного развития, когда вы подключите все энергосистемы, когда вы правильно будете воспринимать те или иные вещи, у вас в вашем бизнесе только пойдет успех. Территория осознанного развития не ставит каких-то запретов. Пожалуйста, вы можете заниматься любыми делами своими, развивайтесь, зарабатывайте во всех сферах. Система территории осознанного развития только вам поможет в этом, как это правильно реализовать. В вашей жизни, если у вас есть бизнес, будь то сетевой или традиционный, именно благодаря вот этим знаниям вы только увеличите поток этих людей. Вы увеличите объем продаж. Поэтому территория осознанного развития, она будет вам во благо.
Я это лично на своем примере убедился. Я сейчас хочу показать вам свою историю вкратце. Как меня слышно? У меня зависает интернет. Айнаголь, в пальто мне холодно, в шубе мне тепло будет. То есть вы имеете в виду задать своему мужу, да? Нет, вам нужно будет просто намекнуть ему. На улице холодно, и я замерзла в этом пальто. Хотелось бы, конечно, шубу. И все, не надо ничего говорить больше. Когда ты мне купишь, или такую-то шубу хочу, или такую-то шубу хочу и так далее. Конечно, вы должны немножечко сообщить о том, что в шубе было бы тепло. Но это должно быть не с точки зрения как бы конкретного утверждения, а это так вот. На ушко закинул и все. Так. Шубу носить не модно, говорить, да. Здесь моя история. Ну, давайте, пока не открывается. Так вот, друзья мои, смотрите, я сегодня посчитал свои расходы, потому что я давно этим как бы не занимался. Я ежемесячно отдаю дочери своей чуть больше 200 долларов, да? Кто-то это называет алиментами. Ну, я по запросам, как бы, сколько бы ни спросили, я как бы закидываю. Вот. Это свыше 200 долларов. Далее, у меня есть еще один кредит, точнее, два кредита осталось. Это больше 200 долларов где-то. И я снимаю в Астане квартиру. 400 долларов где-то уходит у меня. Плюс еще расходы, ну, ежедневные, да, еда, пропитание и так далее, и тому подобное. То есть в целом я посчитал, что меньше 1000 долларов мне, ну, никак нельзя зарабатывать. Как вы думаете, 1000 долларов сейчас хорошая зарплата? Будьте добры, пожалуйста, ответьте плюсиками или минусами. Да, Гульнара, мало. Классный ответ. Конечно, мало. На самом деле, чтобы чувствовать себя действительно человеком, чтобы не смотреть ценники в супермаркетах, или мне очень нравится фраза такая, я сам по себе козерог, люблю подкалывать людей, ну, в хорошем смысле. Научитесь читать меню не справа налево, а правильно, слева направо, да? То есть многие сидят в ресторане, там смотрят на ценник, а потом выбирают то, что хотят. Я себя тоже на этом очень много раз ловил, я вам честно скажу. Чтобы нормально существовать, как говорится, двигаться, не смотреть на цены и так далее, вам нужно 10 тысяч долларов, друзья мои. 10 тысяч долларов. Вы будете чувствовать себя очень хорошо, поверьте мне. Вы не будете смотреть на ценники в супермаркете, вы не будете смотреть на ценники в ресторане дорогом. Вы можете позволить себе несколько раз в год выезжать, путешествовать и так далее. Поэтому, поверьте мне, пожалуйста, 10 тысяч долларов – это норма. Всевышний не хочет, чтобы вы занимались только духовностью, а деньги неважно для вас было. Всевышний хочет, чтобы вы и духовно развивались, и материальное. А как оно придет? Очень просто, друзья мои. Когда вы будете получать духовные знания, когда вы настроите все энергии потоки, тогда к вам придут деньги. Не вы будете бегать за счастьем, а вы будете находиться в состоянии счастья.
И материальная составляющая будет к вам приходить, потому что вы будете готовы к этому принимать. Бизнес JL Tor System, он не строится как обычный сетевой бизнес, продуктовый или, не знаю, какой-то другой вид. Здесь, если вы будете предлагать людям с точки зрения заработать деньги, поверьте мне, надолго вас не хватит. И система таким образом вас поставит, что вы в итоге будете зарабатывать ноль. И люди будут говорить, вон человек, который предлагал духовность, сам ничего не зарабатывает. Так вот, здесь бизнес делается совершенно по-другому, друзья мои. Вы должны пропустить этот продукт через себя. Залатать все свои дыры, которые у вас есть. И научиться разговаривать с людьми в состоянии здесь и сейчас. Как только вы научитесь быть в этом состоянии и предлагать людям. Почему? Почему нужно предлагать людям? Потому что первая проблема, которая существует сейчас на данный момент у многих людей, это материальная составляющая. Второе – это отношения. Вам больше не нужно ничего. По большому счету, каждому это интересно. Поэтому, когда вы начинаете разговаривать с людьми, уже на близком уровне, вы просто задаете людям вопрос, хотите вы решить эту проблему или нет. Вот и все. Если человек не хочет, значит, он еще не прошел в своей жизни определенные этапы, при котором он должен набить определенные шишки, а потом уже прийти к этому. Система учит нас, как к этому прийти, как заниматься бизнесом. На экране вы видите то, что со мной произошло, то, что было раньше, и то, что сейчас происходит со мной. Для кого-то это маленькие деньги, а для кого-то это огромные деньги. Но до тех пор, пока я находился в состоянии негатива, в состоянии претензий, я все больше и больше терял деньги. Второе, после того, как вы будете терять деньги, будете терять отношения. Если вы в этот момент не будете понимать, что нужно делать, то следующим этапом вашей жизни будет это состояние здоровья вы будете терять. Мужчины обычно спиваются. У меня это тоже было, я откровенно вам говорю. И четвертый этап вашей жизни – это будет смерть. Зачем бестолкового сюда отправлять на землю, если он ничего не понимает? Вот и все. На третьем уровне я остановился, друзья мои. И как только я это понял, как только я получил вот эту систему знаний, знания истинные, не знания от ума, а истинные знания, я прекратил ощущать эти чувства, претензии. И как только я пришел в это состояние, у меня начались открываться эти потоки, друзья мои. Буквально за небольшое количество времени, это где-то после ноября месяца, я сам вошел в систему ТОР 21 июня я зарегистрировался. Около 1,5-2 месяцев у меня ушло, чтобы изучить ее полностью. И с августа месяца я начал постепенно зарабатывать. В ноябре месяце после тренинга я открылся полностью. И в декабре у меня пошли первые миллионы. В декабре я заработал около 2 миллионов тенге. Это около 5 тысяч долларов. Это классно. В январе я то же самое повторил, только чуть больше. Я дошел до 10 тысяч долларов. Я даже сегодня вам скажу, сколько я заработал. Сегодня я заработал 160 долларов. В Казахстане, скажите мне, пожалуйста, 160 долларов – это нормально в один день заработать? Сколько это? Это 70-80 тысяч тенге, да, приблизительно? Я считаю, это нормально. Так вот, друзья мои. Чем же заниматься? Сейчас прекрасное время. Прекрасное время. Вы можете находиться в негативе, жаловаться на правительство, то, что денег не дают, то, что кредиты не хотят закрывать. А кредиты надо платить. Нужно некоторым оплачивать оплату за квартиру. Деньги хотят кушать, нужно деньги как-то зарабатывать. А работы нету. Хотите вы этого или не хотите, вам в любом случае нужно будет зарабатывать, друзья мои. Так вот, система территории осознанного развития дает эту возможность. В первую очередь, вы помогаете людям, имея такой продукт. Люди будут благодарить.
В моей структуре 450 с лишним человек. Личников у меня, лично которых я пригласил, 16-17 человек уже. И ни один мне не сказал о том, что ты какую-то ерунду мне продал. Многие очень сильно благодарят меня. И когда вы слышите эту благодарность, значит, продукт имеет цену какую-то, да? Я действительно вижу только первый раз такой продукт, при котором я не вижу, не слышу никакого негатива. И эта система позволяет нам зарабатывать деньги. В нашей системе есть два вида вознаграждения. Первое, два вида системы построения бизнеса. Первое – это тринарная система. И вторая – это бинарная система. То есть вы можете одновременно сразу же и там зарабатывать деньги. Но вы можете и поэтапно все это пройти. Бизнес GLR System вы можете начать с $10, уважаемые. $10 – это стоимость одного модуля. И $12 – это годовая подписка. Итого, этот бизнес вы можете начать с $22. В казахстанских тенге это 10 с копейкой тысяч. Здесь расчет идет с трех модулей. Почему три модуля? Потому что партнеры, которые имеют модули, имеют право участвовать на закрытых вебинарах, при котором наши мастера на расстоянии вытянутой руки дают вам еще дополнительные знания. И если у вас есть какие-то вопросы, которые вы не можете озвучить перед всеми, вы можете напрямую задать вопросы и получить ответы от них. Это очень классно. Соответственно, посмотрите на экране разбор. Со $111 что вы можете заработать? Общий доход у вас составит $750, при котором, когда вы завершите заполняемость 12 человек на первом уровне, 3 на втором, 9, сколько? Вы, соответственно, от заработанных денег у вас заново приобретутся места в тринаре, и вы дополнительно приобретете четвертый модуль. Система сама будет откладывать деньги, вам не нужно думать даже об этом. Все ваши люди, которые будут активно работать и зарабатывать деньги, у них будет откладываться. Вам не нужно звонить им, говорить, сделай активацию, как это было в моих прошлых компаниях. Мне было как-то неприятно просить об этом, потому что мне нужно статус закрывать. Мне нужно зарабатывать деньги какие-то. Здесь этого нету. Вы один раз в год платите $12 и пользуетесь этим продуктом. Он всегда остается у вас. Соответственно, как только вы заполнили 12 человек с тремя модулями, то вы переходите на вторую площадку. Площадку под названием Бинар. Это огромные деньги, друзья мои. Я вам, к примеру, покажу седьмой модуль. Прежде чем бинар. Еще немного времени есть. Смотрите, вся моя семья находится на 7 модулях. Я, мама, папа, брат и сестренка. Нас 5 человек. Мы все вложили в эту систему около $20 000. Помимо того, что я расквитался со многими долгами, представьте себе, сколько мы вложили в эту систему. А люди некоторые думают, что $111 это много. Посмотрите, сколько зарабатывает партнер, если он находится только на седьмом модуле. С первого уровня он зарабатывает $170, это 10%. А со второго уровня он зарабатывает $1620. У меня заполнено на втором уровне 8 человек. Остался один, чтобы закрыть и перейти в новый цикл. Вот представьте себе, сколько бы вы зарабатывали бы. Или не сможете зарабатывать, уважаемые. Это только одного седьмого модуля. В системе GLTOR System огромные деньги. Если вы начнете в синергии работать хотя бы с тремя партнерами, осознанными, вы будете и знания получать, и, соответственно, всегда будете с деньгами. А вот что ждет вас, если вы будете работать со своей командой именно в бинаре, где достаточно два человека завести, одного влево, другого вправо, а далее уже идет в мировой системе бинара автозаполнение. Посмотрите, со временем, пройдет пусть полгода, год и так далее, мы сможем сделать 1000, 2000, 3000, 4000 человек. В прошлых моих компаниях такое было. Сейчас у меня 450 человек. Вот представьте себе, все будут постепенно заходить в бинар. А система, хотите вы или не хотите, всех вытолкнет туда. Тринарная система этим у нас отличается.
Посмотрите, на четвертом уровне какая сумма идет. Ладно, не будем забегать далеко. Давайте посмотрим третий уровень, да? Тысячу с лишним человек. Скажите мне, пожалуйста, 100 тысяч долларов только по бинару, не учитывая тринар, нормальный заработок? Это приблизительно около 10 тысяч долларов только по бинару вы можете зарабатывать. А еще есть тринар. Деньги для салона красоты я их называю. Поэтому, друзья мои, сейчас прекрасное время, чтобы заниматься саморазвитием. По международным исследованиям, 15% населения хотят, точнее, планируют заниматься дома именно саморазвитием, развитием. Я удивился, вчера мне в одном из чатов среди друзей скидывают целый список фильмов, которые можно посмотреть во время карантина. Расписано уже, боевики, там, исторические и так далее. Представляете, некоторые люди будут сидеть сейчас и каждый день, что в принципе сейчас и происходит, жить чужой жизнью, наблюдать, как супергерои там мочат друг друга. Сейчас прекрасное время прийти к этому, прийти к осознанному развитию. Развивайтесь как духовно, так и материально. Сидя дома, вы можете зарабатывать любые деньги, при всем при этом экологичные деньги, за которые потом вам не нужно будет ни стыдиться, как это во многих финансовых пирамидах. Есть у меня некоторые партнеры в команде, которые до сих пор не могут понять, что за любые деньги, которые вы получите в финансовой пирамиде, вы проценты будете платить потом. Те деньги, которые вы заработаете в финансовых пирамидах, рано или поздно с вашего кошелька заберутся. Поверьте мне, пожалуйста. Именно. Уважаемые друзья, я в принципе закончил. Если есть вопросы, я готов буду ответить на них. У нас 3 минуты еще. Асель, благодарю вас. Я буду рад вместе с вами идти. Да, ну вопросов в принципе нет. Я благодарю Гульмиру. Я благодарю ее за то, что она разложила когда-то мои цифры нумерологии. Кстати, в системе GL Tor System вы будете не просто владеть знаниями особой важности, вы станете сертифицированным нумерологом. Вы будете понимать каждого человека, кто он, какой у него характер и какая у него судьба. Здесь астрологические знания также есть в нашей системе. Азатку я тоже очень благодарю. Азатка мне расписала то, что я сейчас делаю. То есть то, чем я должен заниматься. И то, что я нахожусь в системе GL Tor System, тоже во благо. Только я это через шишки получил. А кто-то это может получить сейчас здесь. Да, телефон. Сейчас я напишу. Платежная система у нас Perfect Money и Pair. Буквально в апреле месяце у нас, ну, по плану будет вывод и ввод средств через карты напрямую. Компания находится на преланче. Компания собирается открываться официально, друзья мои. Вы находитесь на самой вершине. Сейчас именно то время, чтобы максимально развивать бизнес. Те люди, которые сейчас встанут, поймут эту компанию, этот продукт и начнут приглашать сюда людей и собирать свою команду, вы как минимум будете зарабатывать 10-15 тысяч долларов в месяц. Как минимум. А если кто-то готов финансово, имея емкость, будет зарабатывать сотни тысяч долларов в этом проекте. Я вас благодарю. До свидания.